Шоколадно-молочное стадо. Так в шутку жители села Черновское Большесосновского района называют поголовье крупного рогатого скота, принадлежащее местным фермерам Виктору и Валентине Смирновым. Животноводы кормят своих буренок сладостями, вафлями, карамельками и шоколадом, получая от них молоко со вкусом какао. Как сладкое меню отражается на удоях, узнала Елена Иговцева. Вкуснятина. Сам бы ел. Буренка по кличке Девка сладко облизывается. На ужин ей перепал шоколад. Десерт включен в обязательный рацион и других коров, принадлежащих семье Смирновых. Фермеры уверены, подобная добавка к пище улучшает вкус мяса и молока. А еще влияет на характер животных. У меня как бы и родственники, ветеринар есть. Она говорит, ты что, обязательно нужно давать? Нужно, нужно. Вот, потому что травы у нас сухие, не сочные, особо в них витаминов нет. Жирность молока повысилась, конечно же. И коровки у нас упитанные такие. Мне кажется, даже добрее стали по характеру. Началось с того, что семья фермеров приобрела целую фуру отходов кондитерского производства по весьма сходной цене. В качестве эксперимента Смирновы накормили шоколадом свиней. Затем дали продегустировать и коровам. Рогатая живность пришла в полный восторг. Первый раз привозили мармелад, жевательный такой вот, который дети любят. Шоколада было много, представляете, прям кит-кат, вот целые батончики. Все смололи. По словам фермеров, подобная добавка к основной пище идет животным только на пользу. В сладостях содержатся необходимые для нормального функционирования организма полезные вещества. А главное – вкусовые свойства. Теперь новаторы получают молоко с ароматом какао и ванили. А мясо, говорят, прямо тает во рту. У свинины сразу появилось это вкус такой, сало очень нежное, как, ну, не знаю, мраморное мясо. Говорят, что там прослойки сала. Но вот это значит у нас мраморное мясо, потому что в мясе есть такие прослойки. Очень вот, хорошо берут на шашлык такое мясо. Сейчас на семейной ферме Смирновых 200 свиней и 80 буренок. В планах в разы увеличить поголовье скота и вывести свою собственную породу коров – черновскую шоколадную. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.